Так, сейчас будет влезать в кадр Сатурн. Или не будет? Вот он влезает, как же не будет. Никуда не денется. 11 августа 2020 год, Харьков, 20:38 по Киеву. 1 355 000 000 километров до этого красавца. И сейчас я постараюсь, пока еще совершенно не стемнело, быстренько перейти на Юпитер. 10 минут назад на этих же настройках получилось снять в одном дубле. Видно было и полосы на Юпитере, и спутники Юпитера. Посмотрим, зависит ли это от... Ну вот сейчас я вижу, я не знаю, на экранчике не видно ее. Справа вверху еще одна звезда. Не знаю, ну может будет видно, не принципиально. Смотрим на Юпитер и спутнички. Так. Вот это сейчас вылезает Ганимед. Ой, отставить, Европа мелькает. Теперь рядом с Юпитером два спутника, это Каллисто и Ио. Ну вижу, вижу я все равно полосы. Смотри, какая красота. Четко вижу и полосы, и спутники все четыре. Даже на малюсеньком экранчике, а в окуляр, наверное. Ты, ну, я не сказал бы, что намного шикарнее. Спутники видно лучше, а вот полосы даже чуть-чуть хуже. В любом случае, констатируем факт. Засняли одновременно и полосы. О. Вот появляются наши красавцы. Тун-т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 ун. И чем выше они становятся, тем меньше им мешает земная атмосфера у горизонта. Пыльная, мрачная, и видно, как она плывет, нагретая дневным солнцем. Тем четче становится изображение. Ладно. Можно, конечно, еще попробовать поиграться с резкостью. Как мы это любим. Ну, то есть, я и моя садистская натура. Терпите, если есть. Мочь. Не, наверное, это лучшее, что было. Все, сейчас вот отошел. Ничего не дергаю, ничего не трогаю. Вот вам Юпитер. 635 000 000 километров до него. И 4 спутника Галилеевых. И всего их у Юпитера 64. На 4 самые крупные мы видим. Пошли, снимем еще раз. Сатурн. Сатурн мы тоже любим. Да, уже стемнело. А вся идея это была поснимать при свете дневном. Ну, облачность немножко помешала. На это спасибо матушке природе за то, что дала хоть что-то поснимать. Она спрашивает, куда идешь? Я говорю, Юпитер с Сатурном снимать. А вчера что снимал?
Юпитер с Сатурном. Не получилось, все получилось. Но каждый раз это по-новому и интересно. Смотри, как вылезает. Красота. Все, я там закончил. Пора по домам. 20:44 по Киеву. 11 августа 2020 год в Харькове. 50-я параллель северной широты.